Зеленый лук для своек, конечно же, нужно брать на даче. Вот, вот на такой замечательной грядке. Смотрите, какая прелесть. Вон и баран подтверждает. Вот видите, как, какой красивый, большой, сочный зеленый лук у меня на даче. Сейчас мы от него отрежем пучок для наших слоек. Так, берем ножик и нарезаем. Нам нужен такой хороший пучок лука. Слоек я не буду много готовить, ну поэтому я думаю, вот раза три постолько будет вполне достаточно.